И два подхода у китайца Чен Ли Джун до появления супер северного корейца. Я думаю, что все уже отвыступают, когда Ким Мун Гук выйдет на помост. Пока еще не на пьедестал. Хотя, судя по заявленной сумме, Ким Мун Гук заявил 317 сумму при принадлежащем ему мировом рекорде 327. Ну, а вот Чен Ли Джун 320. Ошибка Фигуэра на 141 килограмм.